модельном ряду печатающих устройств компании HP пополнение. Цветной лазерный принтер HP Color Laser Jet Enterprise M553DN. Он позиционируется для использования небольших офисов со штатом сотрудников до 20 человек. На что он способен, мы узнаем в этом видеообзоре. Большинство новых печатающих устройств HP серии LaserJet 2015 года выполнены в одинаковом стиле. Оформление преобладает белый матовый пластик с темно-серыми вставками. Передняя панель дополнена основной дверцей с доступом к внутренней части принтера и картриджа, в частности. На панели также расположена клавиша включения и лоток под номером 2 с индикатором уровня бумаги. Он рассчитан на 550 листов. На боковых сторонах предусмотрены выемки для транспортировки принтера. На правой панели размещен многоцелевой лоток на 100 листов и дверца доступа к узлу термозакрепления. Противоположная панель получила блок ввода-вывода с сетевым интерфейсом и двумя портами USB. Тип B используется для подключения принтера к ПК, а тип A предназначен для подключения внешних накопителей. К слову, для быстрой печати, к примеру, с флешки, устройство оснащено еще одним портом USB 2.0, который расположен на правой стороне. На верхней панели находится приемный лоток на 250 листов, четырехстрочный цветной дисплей с цифровой клавиатурой для управления принтером и разъем для интеграции оборудования. Он прикрыт пластиковой заглушкой. Вдобавок, по всему корпусу расположены решетки системы охлаждения. В стандартной конфигурации вес принтера вместе с картриджами достигает 27 кг. Быстродействие принтера на высоте. Это обеспечится процессором с частотой 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти. M553DN поддерживает возможность расширения объема оперативной памяти до 2 ГБ. Вдобавок к 4 ГБ встроенной памяти для повышения производительности есть возможность установки дополнительного жесткого диска объемом не менее 500 ГБ. Это позволит использовать аппаратное шифрование, которое улучшит работу с данными по сравнению со встроенным программным обеспечением, которое работает с интегрированной памятью. Стандартная комплектация принтера рассчитана на 650 листов, в то время как установка трех дополнительных лотков позволит увеличить общий объем бумаги до 2300 листов. Для расширения функциональности присутствует возможность апгрейда принтера с помощью специального разъема. Для беспроводной печати с мобильных устройств необходимо установить специальный модуль расширения. Модели устройств с индексом D в названии поддерживают автоматическую двухстороннюю печать Duplex. LaserJet M553DN, как и другие модели этой серии, работает с самыми распространенными размерами носителей с плотностью от 60 до 220 грамм на метр квадратный для обычной бумаги и от 105 до 220 грамм на метр квадратный для глянцевых носителей. Полный список поддерживаемых носителей можно посмотреть в спецификациях текстовой версии обзора, ссылка на которую указана под видео. Максимальный размер для обоих лотков составляет 216 на 356 мм, при том, что минимальный размер для лотка 1 – 76 на 127 мм, а для лотка 2 – 102 на 148 мм. Также поддерживается печать на пленке, этикетках и других узкопрофильных материалов. LaserJet M553DN печатает как в монохромном, так и в цветном режиме со скоростью до 38 страниц в минуту. Очень высокий показатель с учетом того, что для подготовки первого отпечатка потребуется до 7 секунд. Эти данные получены на основе стандартов ISO, которые воспроизводят среднестатистические параметры печати. Разрешение печати в обоих режимах составляет 1200 dpi. Это позволит отобразить на листе бумаги самые мелкие детали и объекты, которые будут выглядеть достаточно гладко и четко. Рекомендуемый месячный объем печати от 2000 до 6000 страниц, хотя максимальная рабочая нагрузка может варьироваться в пределах 80 тысяч страниц в месяц. Эти показатели говорят о высокой надежности принтера. Во время печати принтер работает достаточно тихо, поэтому не будет мешать рабочему процессу офиса. Новая линейка печатающих устройств работает со специально разработанными картриджами на базе технологии Jet Intelligence. Ее особенностью стала модернизированная система датчика печати, новый тонер с низкой температурой плавления и твердой оболочкой, а также улучшенная защита от подделок и автоматическое устранение закупорок без вмешательства пользователя. Ресурс черного картриджа 6000 страниц, цветные по 5000 страниц каждый. Количество отпечатков при использовании картриджа повышенной емкости с индексом X увеличится примерно до 12500 страниц в случае с черным картриджем и до 9500 страниц в случае с каждым цветным. Неплохой ресурс картриджа и допустимый высокий уровень месячной нагрузки позволит использовать эту модель без каких-либо ограничений в рамках работы в небольшом офисе со штатом сотрудников до 20 человек. Именно в таком ключе эта модель позиционируется производителем.